саженцы малины ремонтантная изобильная Казакова, Бишипы, Рабас и Даюс, изобильная Казакова, дают высокие урожаи до первых осенних холодов. Средняя урожайность с одного куста составляет 7 килограммов. Ягода крупная, красная, конусообразной формы. Первый урожай собирают в начале июля. Активно плодоносит до конца августа. Листья удлиненные, зазубренные, серо-зеленого оттенка. Кусты хорошо ветвятся, быстро нарастает корневая система, что способствует размножению сорта в домашних условиях. Саженцы высаживают в хорошо дренированную плодородную почву, выбирая солнечные участки сада. Малина ремонтантная изобильная Казакова, Бишипы, это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, живых изгородей. Малина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола малина ремонтантная изобильная Казакова, Бишипы, можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания малины прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает малина ремонтантная изобильная Казакова, Бишипы, в месяц июль-июнь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы малины могут быть до 2 см. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Малина ремонтантная изобильная Казакова, Бишипы, имеет средний-ранний срок созревания. Плоды малины созревают в месяце июль-август. Форма у плода усеченно-коническая. Цвет плода красный. Вкус сладкий, мякоть мягкая. Можно потреблять в свежем виде. Обратите внимание, что малина ремонтантная изобильная Казакова, Бишипы, самоплодный, обоеполый сорт. Создан сорт был в год 1991. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.